сейчас посмотрим, как он в родной среде, то бишь в грязи, да, себя чувствует. Вот тут уже условия более приближенные к реальным. Пробуем здесь, но это тоже ему вообще ни о чем. Это колея вообще ни о чем ему. Там еще столько просвета остается. Давай дальше. А давай болото. Ну вот так, левее. Проверим сейчас, типа, чего стоит то, что там он проходимый, все дела. Бывает 454. О! Ракурс прям конфетка, давай. Вообще легко. Ну что? Давай включи передок, я еще попробую. Давай. Именно Моня удостоверится. Что там кашляет? Не знаю. Включил? Передочек. Передочек. Вот так. Раз. Ну, пусть будет, да. В общем, что я могу сказать? Сейчас будем смотреть, что он может. Заехали мы вот в самое неровное, короче, поле, которое у нас есть, где самая пересеченная такая местность. Проходимость вообще, ну, типа, он валит просто. Я даже газ не зажимал. Я только сцепу отпускаю, и он едет. Вот, то есть, 45-е колеса огроменные, плюс полный привод вообще свое дело делает. То есть, если вам надо ездить в лес за дровами, то вот этот тот трактор, который вам нужен, вот реально. Ни ДВшка там никакая, ни еще вот именно... Пни там до полметра высотой, просто над ними будете, короче, проезжать. Вот. Мне понравилось, туговато, короче, ходит коробка, ну, как во всех бюджетках, чуть-чуть. Плюс-минус там деревянное сиденье, чуть, ну, типа, комфорта какого-то особо нету, ну, тем не менее, это трактор. Но вот именно вот оттуда мы заезжали. Вот там деревья, болотца, вот оттуда вот мы заезжали. То есть проехать им можно везде. Я думаю, и с прицепом мы когда-нибудь попробуем это все сделать. Вот, один из самых таких больших и из недорогих самых больших тракторов на 45 сил. Если у вас на 50-ку. Ну, в общем, это расскажу всего позже. Давайте выйдем уже из этого болота. Поверхностный обзор данного трактора Forte RD454 с 4-цилиндровым КМ-овским 490-м двигателем. Приборка у нас комбинированная обычная, получается все под рукой практически. Свет, зажигание, аварийная передача, боковая выносная кулиса,
рычаг переключения выносной боковой. Все под рукой. Трехточка, вал отбора мощности. Ручка пониженная, повышенная. Включение переднего заднего тормоза. Коробка в данном тракторе четырехступенчатая с повышенным и пониженным. Плюс задняя передача. Реверса в данном тракторе нет. И мы видим двухсекционный распределитель гидравлической навески с четырьмя гидровыходами назад. Вал отбора мощности включается с этой стороны, с левой. Это вот по верхам бюджетная модель сороковки за достойные деньги. Кстати, обратил внимание на переключение коробки передач. Она, в отличие от многих похожих тракторов вот там, такого же ряда, очень на удивление, вот прям хорошо заходит. Почему я на этом делаю акцент? Потому что, признаться честно, четвертая и вот третья, кто имеет такие трактора, понимает, что они не заходят как надо. И приходится иногда вбивать. Тут этого делать не приходится. Все четенько заходит. Буквально вот, ну, на пружинках на одном пальчике. Вот. Имеем передние балансиры. Место для номера номерного знака. Аккумулятор здесь соточка. Мост редукторный портальный с косозубыми шестернями. Два НШ-насоса на трехточку и на управление рулем. Здесь стоит бачок отдельный, генератор мы видим. Клиренс тут достаточно высокий, более 34, не менее 34 сантиметров до самой ближайшей точки. 34 там мы мерили, 34,5. Достаточно высокий трактор благодаря 28-му диску, 28-м колесам, 12,4 на 28. Задние балансиры также на колесах присутствуют. Данный трактор мне показался очень приятным в управлении. Работа двигателя достаточно тихой для данной модели, для данного бюджетника. Вот так вот он выглядит. Мы ранее показывали видео по поводу этого трактора, но уже с реверсивным переключением передач, в которой идет всего лишь на $200 дешевле. Но напоминаю, не каждому нужна данная опция, данная функция, чтобы за нее там платить какие-то деньги. Поэтому данный трактор не оснащен реверсивным ходом. Вал отбора мощности здесь двухскоростной. Мы видим, что данный трансмиссионный тоннель, он увеличенный. И действительно, здесь нельзя сказать, что здесь 24-шная стандартная там ДВ-шная или орионовская коробка. Она тут, вот эта часть задняя, она намного больше, что более так и выглядит как-то помощнее, поусиленнее, нежели просто в 24-ке. За мосты сказать ничего не могу. Скорее всего, они здесь передние идут. Такие же самые, как на 24-й ДВ-шке или на 24-м Орионе по размеру. Но коробка передач здесь уже задняя часть ее, то есть уже больше. Раздельная масляная ванна на гидравлику, на трансмиссионный тоннель. Двигатель известный КМ-490. Трактор сертифицирован заводом Рунда и обслуживается организацией Форте на сервисном центре, на сервисном обслуживании. Колея, кстати, данного трактора, задняя колея, может регулироваться в зависимости от потребности для человека. Труба идет с защитой. Зеркала стандартные. Сиденье с регулировкой жесткости и подвиганием вперед-назад. Zip-набор стандартный. Эксплуатационная книжка, розетка, кольца. И набор на 490 движок. Напоминаем, данный трактор есть в хорошем количестве. Данный трактор зарекомендовал себя на наших просторах.